Недавно у меня поступил очень необычный заказ. Клиент попросил сделать тортик в виде новогоднего шара, а внутрь он попросил положить кольцо, чтобы сделать предложение в новогоднюю ночь. Я никогда не делала такие торты, а тем более для такого необычного события. Этот тортик будет с шоколадными бисквитами, шоколадно-сливочным кремом и абрикосовой начинкой. Кстати, это было пожелание заказчика. Для того, чтобы тортик был еще более сочным, я пропитала бисквиты сиропом. Крем получился очень нежным и легким, он отлично сочетается с абрикосовой начинкой. Собираем тортик, склеиваем две полусферы, приклеиваем пимпочку на шоколад и последний штрих – красим тортик золотым кондурином. Вот такой шикарный тортик получился. Точно такой поедет к моему заказчику, только уже с колечком внутри. Как вам такой необычный способ сделать предложение? Хотели бы такое для себя?